мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Олега, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверил ли он нам свое биополе на период сеанса. Он кивает. Я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Олега, под ногами. 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Олега, находит все. Но у него высыпались из клетки. Я снизу начинаю, смотрю. Демон. Или, скорее всего, бес. Считай цифры над головой. 9. 9 бес. Синий дракон. Цифры над головой. 34-18. Хорошо. 34-18. Дальше. У него ящер. Ящер. Снимаются все маски и голограммы. Ящер предстоит в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Считает цифры над головой ящера. Он говорит, всем места хватит. 636. Я тебе сегодня покажу, что не всем хватит места. Арахноид. Он небольшой, он передвигается по всему телу. Джин у него. Считаю джина цифры над головой. 8023. О-о-о. Сегодня будет весело. Сегодня кто-то челму свою потеряет. Он говорит, я зажиточный джин. Да. Нет, ты не зажиточный. Могу и откупиться. Да. И я могу забрать у тебя все деньги. Просто. Одной командой. Кувшин с деньгами джина переходит в соседнюю комнату. Клетку 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Зачем так наказываешь? Буду разбираться с тобой сегодня. Слишком высокий ты уровень для такого человека. Хорошо, поехали дальше. У нас 5 каналов. Без 9. 9 Гц. Синий дракон 34-18. Ящер 636. Арахноид и джин 80-23. Кто был ответственен за псориаз на физическом плане? Проблемы с кожей. Чье это воздействие было? Ящер выделяется. Ящер, твоя работа была, да? У него коричневый какой-то яд внутри него. Тогда сразу переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Олега спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Жизнь, которую он мог получить от них, возвращается назад к ним. Усилию потоки в 50 раз. Без как долго ты находился в этом биополе? 2 года находился. 2 года. Синий дракон, как долго ты находился в этом биополе? 6 лет. 6 лет. Как долго находился ящер в этом биополе? 18 лет. 18 лет. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? Арахноид недавно, 4 месяца. Арахноид, да. Идет информация, он от матки отделился, маленький. Отпочковался, понятно. Где это, в квартире или где случилось? Да. Значит, в квартире находятся порталы, и в квартире находится еще мама арахноид, правильно? Там, где был 4 месяца назад, да. Я не знаю, где он сейчас, поэтому мы предупреждаем, если он в этой квартире еще живет, там очень много сущностей. Хорошо, джин, как долго ты находился в этом биополе? Эх, попался. 4 года. С какой вещью ты зашел, джин? Он с монетой зашел. Какая монета? Желтой. С желтой. Это золотая монета? Нет. Медь? Просто желтая. Медь, да. Больше похоже. Это подарок был или что это за монета? Объясни мне. Я должен понять. Не знаю, он показывает, круглая монета, как жетон. А каким боком ты к этому жетону? Как там получилось, что ты там находился? Я не понимаю. От кого ты перешел? С монетой. И еще раз. Привязан повторяю. К ней. Почему ты к ней привязан? Перемещаюсь так. Очень удобно. Кому там что идет, посмотри, Вера. К ящеру коричневая уходит. Ящер, значит, ему давал свой яд. Хорошо, яд. Ну, это закончился. 4 месяца. Джину? Джину синяя возвращается к демону. А бесу закончился. Значит, у нас синий джин, да? Синий джин, да. Понятно, хорошо. Но он хочет быть золотым. Но это тебе еще придется поработать над собой, чтобы быть золотым. А мы встречались... Он меняет. меняет свою краску. Он снизу синий, сверху золотой наполовину. А это он нам демонстрирует свои возможности или как? Да. Понятно, хорошо. Мы встречались и с золотыми джиннами. Подожди, он говорит, что это зависит от богатства. Сколько тебе лет в человеческих годах, джин, скажи мне? Да, я подумаю. 1023. 1023 года. Ну, я вижу, ты капель. Может, и больше. Точно не знаешь? Плечами пожимает. Вы не живете столько. Угу. Понятно. Мне нужно понимать уровень, а не ваш старческий вид. Мы-то перерождаемся, мы можем опять появиться перед тобой, так что здесь такой процесс. Джин, ты видишь мир своими глазами, мы видим его своими глазами. Хорошо, поехали дальше. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Олег забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Олег себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Джин, как ты воздействовал на него? Давай, рассказывай. На чем ты деньги зарабатывал? На каких пустых действиях Олега? На суете. То есть ты подкидывал суету, он начинал какие-то дела, или как это понять? Или он утопал в суете? Занят был постоянно. Занят был постоянно суетой. Угу. А как это суета? Суетой, работой, мыслями о деньгах. Это твоя чистота, конечно, мысли о деньгах. Ну и что ты ему подкинул, какие идеи? Ходить надо на работу, ходить. Ходить надо на работу. Угу. Вот это ты ему постоянно вкидывал. Сколько он энергии терял с твоим воздействием? Он его показывает, он потел, ходил, угу. Думал. Говорит, 30% забирал. Понятно, 30%. Много монет. Он его показывает прям такого, как марширует, он ноги поднимает вверх. Угу. То есть он его двигаться заставлял. Но я полагаю, эти движения были пустые для него. Иначе, если бы он что-то заработал на этом, ты бы ничего не получил. Он говорит, я не насильник. Все должны заработать. Я тебя прошу, джин. Если я тебе скажу, что ты у меня 200-й джин в этой клетке. И какие истории я только не слышал про бедных джинов, которых любой может обидеть. Прошу тебя, не надо этого театра. Говорит, я достаточно много видел. Могу тебе привести пример. Давай. Шейхи. Персидские? Шейхи. Персидские и арабские. Да. Имели и имеют много денег. Золота и драгоценностей. У всех у них сидит джин. Зарабатывают они вместе. Я знаю об этом, безусловно. Джин не отсасывает энергию. Джин коллекционирует денежки. Он любит сидеть в подвале и пересчитывать эти все золотые монеты, не так ли? Получать новые, да. Сам процесс. Точно так же здесь. Угу. Это не в моих интересах оставить его без средств существования. Я лишь беру свои 30% и даю им зарабатывать. Но двигаться надо. Ладно, верну тогда джину его кувшин. Возвращает кувшин с деньгами джину. Пока у меня нет основания ему не доверять. Идем дальше. У нас реверс идет. Закончился. Закончился, отлично. Хорошо, начнем тогда с биоса. Биос, скажи мне, есть ли арвы биополя Олега? Что он хрипит. Кто? Биос? Да. А он показывает, у него в горле лярва. В горле лярва? А откуда в горле лярва? Объясни мне, как это могло получиться? Это от чего? Или от кого? Не могу понять, что он мне показывает. Он показывает сейчас на горле лярва у беса. И он ее проглотил сейчас. Что он пока стоит, хвостом крутит. Так, бес. Начинай разговаривать, это мне этого начинает утомлять. Итак, что с этой лярвой в горле, что там глотаешь, я этого не понимаю. Когда я не понимаю, начинаю нервничать, и у меня сразу... Выбросил ты меня. из тела. В общем, получается, он подхватил Лярву с ноги. То есть выкинула его в клетку. То есть, когда его выкинула в клетку, он успел схватить Лярву? Да. И она у него в горле. Без разрешения? Сидела. Без. Ну, без... так получается. Ты без разрешения сам забрал Лярву? Схватила ее, да. У нас такое демоны себе не позволяют высокогерцовые в нашей комнате диагностики самостоятельно что-то делать. Ты что, попутал вообще? А как бы ты поступил? Как бы я там в ногах. Как бы я со всеми поступал? Я задал бы вопрос. Ты хочешь Лярвы? Демон, который на твоем месте умнее тебя, он сказал бы «хочу». Я бы ему сказал, все вытаскиваешь, после этого я тебе отдам эти Лярвы сам. Я на это не рассчитывал, со мной вообще такое в первый раз. Чувствую, выносить стало, подхватил Лярву. Ладно, хорошо. Хоть энергия зарядится. Понятно, на первый раз я тебя прощаю, но так никогда больше... А тут ты с крыльями. Никогда больше так не поступай, потому что сначала выслушай, о чем идет речь. Зачем мне эти Лярвы нужны? Для меня-то это энергия, вот и подходит. Ну вот я тебе и отдал, я всем отдаю, с кем я работаю, с темными, низкими эти Лярвы, если они кооперируют со мной и отвечают на мои вопросы. Я не знал, с кем встречусь. Лярва — это всегда энергия, Я знаю, что такое Лярва. Сколько уже тонн этих Лярв сняли. Ты мне скажи, есть еще Лярвы в его биополе? Другие? Есть. Хорошо, ты хочешь эти Лярвы получить? Ясное дело, хочу. Значит, тогда сделаем следующим образом. Выходи, снимай сначала все, что ты оставил в его биополе. Объясняй, для чего оно стояло и где. После этого не возвращайся в клетку, одолжи мне прямо на месте, что ты закончил. После этого я дам тебе команду на Лярвы. Приступай. У него в области паха какая-то сеточка красная стоит от него. От беса? Большая такая, да. Бес, а что ты в пах лезешь? Это ж... Вотчина, в принципе, суккуба. Что там за сеточка стояла? Сматывает он ее. Пусть объяснит, что это за сетка. Проволока. И? Для чего она там стояла и что ты ей делал? Подпитывался сексуальной энергией. Ничего себе. Еще не видел беса, который интересуется сексуальной энергией. Кроме суккуба и инкуба пока никого еще не видел. Она не вырабатывал, он ей подпитывался. Все снял. Хорошо, разрешаю тебе снять все Лярвы, ничего не забывай, приступай. На ногах Лярвы у него. Одну вот он сел, с другой ноги снимает. Угу. Спина болела. Крестец, ноги, это все там должно было болеть. Слабое место у него там. Все. Хорошо, синий дракон. Что ты установил? Платы? Есть плата. Выходи сейчас, снимай все, что ты оставил в его биополе. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить, говорю, для всех. Несколько миллионов герц. Если кто-то хоть одну малейший микрон чего-то забудет, своей жидкости или своей подключку, или специально, он просто по каналам сгорит в клетке тюрьме. Поэтому я рекомендую к этому серьезно отнестись. Он снял все, вытащил, отцепил. Хорошо. Так, ящер, что ты установил? У него распорки внутри, конструкция есть. Хорошо, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Тело его отторгает от конструкции. И от этого псориаз идет? Или от яда псориаз? Идет жидкость какая-то от конструкции. Понятно, эту жидкость ящер тоже отсасывает, забирает все назад. Ни малейшего... Мокрота. Ни малейшего следа, чтобы от него не осталось. На него по всему телу эта конструкция. Она снимает. Аккуратно снимай. И от него идет какая-то информация, что жидкость он наберет, но тело сушить надо. Какой-то энергией. Сушить? Да. Потому что мокрота, вот она как здесь. Это твоя работа? Вырабатывается в местах соприкосновения с конструкцией. Ящера, почему ты эту мокроту сам не уберешь? Он убирает, но все равно ее сушить надо определенной энергией. Понятно. Как заживляющий. У нас сканер это сделает. Нагадался. Это он кому говорит? Тебе. Я считаю, ты что, меня за идиота считаешь или что? Или ты просто забываешь, где ты сейчас находишься? Я каждый день ящеров сдаю в межгалактическую полицию. Если я хоть малейший обман с твоей стороны замечу, я тебе покажу, до чего я способен догадаться. Спорился. Арахноид, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Ничего не забывай. Он что-то по всему телу бегал, у него по спине. Молодой. Силы есть. Он показывает, что у него на спине вот... Паутина его, да? Катило его что-то. А, вот. Это значит, он передергивал был, да? Спиной постоянно. Вот и причина. Голова такого, чесалась, такого шея. Невроза. Как люди думают, это невроз какой-нибудь, а это оказывается вот такая сущность. Бегал он везде, и спереди, и грудь. А что такое активный арахноид? Молодой. А-а-а. Место искал. Понятно, хорошо. Живое место искал. Понятно. Понять и простить. Хорошо. А у него что-то ничего и нету здесь. Туда-сюда он пробежался, бегал. Ты ничего не оставил, арахноид? Смотри канал, я буду проверять, мало ли что случится. Если хоть одна ниточка тебя шарахнет несколько миллионов герц, я не думаю, что арахноиду это будет полезно. Сейчас, подожди, достает что-то. Достает он... паутину и к ней привязана. Мне все равно, я сожгу это все, а тебя сожгет это потом энергия, так что это в твоих интересах, арахноид. Молодой ты или старый, для меня роли никакой принципиально не играет. Будешь обманывать, накажу. Все собрал. Хорошо, даю команду Джину, собирай всю свою синюю пыль, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе, выходить тебе не надо, приступай. А руки на руках у него. Связал или что у него на руках? Синяя пыль. Синяя пыль. Хорошо. Как она воздействовала, эта синяя пыль, на его руках, Джин? Что он ощущал? Потребность сделать что-то. Неспокойство, да? Именно что-то или что-то конкретное? Что-то. Вот. Это очень большая разница. Не сидеть. Не сидеть, правильно. Но никакого конкретного плана не было, правильно? Плечами пожимает. Ладно, хорошо, оставим эту ситуацию. Джин, какая у тебя самая интересная жизнь? Ну, скажем, Персия была, где ты там жил? При дворце, гаремы. Было такое? Что-то я тебя сейчас вижу на подушках лежащим в каком-то шатре. Он меня почему-то бросает в Арабские Эмираты. А, в Арабских Эмиратах он жил, да? Там он кайфовал? Совсем недавно. Совсем недавно даже? А что ты оттуда ушел? Такое же место было прибыльное. Жарко ему там. Там действительно жарко. Тут я согласен, да. А так, в принципе, тебе всего там хватало. Нормально подзаработал, да? Ну да, там... Выпер его другой джин. Да ты что? А кто? Какой уровень, интересно? Если у тебя 8023. Занято там все, 23 уровень. 23, понятно. Ну, ничего. Такие, я думаю, места заняты. За такими людьми часто стоят очень серьезные сущности. И не только низкие, темные джинны, но и космические. Ты работаешь с космическими? Говорит, это не мое дело, нет. Хорошо, да, это только высокие герцовые, от 40 герц тем она работает. Он собрался. Хорошо, Джин. Слушай, а вернее ему от конструкции ящера еще все. А еще ящера конструкция, да. Хорошо, выстраивай канал к ящеру, к его конструкции. Все, что еще присутствует в его биополе. Да, будет так и есть. Но мощный поток пошел. И мощно все вернул. Отлично. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы 1, 2, 3 и в порядке реверса забирая из этой конструкции все реверсом назад. Да, будет так и есть. Ты знаешь, слово идет знание. Ты знание воровал? Мгм. Не то, что воровал, он их закрывал, что ли, не давал. Не давал получать знания. Усложнял развитие, скажем. О, ну это серьезное наказание уже. Это уже ты серьезно перешел черту. Ты нарушил закон свободы воли души и свободное право распоряжаться собственными энергиями. Понимаешь, ящер, это очень серьезное наказание за это. Синхронизация закончилась, и с конструкции все вернулось. Шло слово знание, и белая энергия возвращалась. Хорошо, знание только. Так и ставим. Отлично. Я включаю внутренний белый свет Олегу. 1, 2, 3. И на счет 3 Олег выдавливает из себя все негативные и патогенные энергии, а также энергии, находящиеся на частоте беса, синего дракона, его плат, ящера и его конструкции, арахноида и джина. На счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Свет выдавливает это все и формируется шар перед Олегом. Все жидкости выходят на их частотах. Знаешь, он как будто оболочку с себя какую-то перешагнул, через прозрачный такой снял. Все. Больше ничего нет. Отлично открывается под этой оболочкой, этим шаром, портал в галактическое ядро, и это все уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Я даю команду скэнеру на контрольную проверку. Скэнер сканирует сейчас все 7 тонких тел Олега и одновременно при сканировании удаляет, высушивает. Включается еще дополнительно живая энергия, высушивает все, что осталось на частоте ящера, его конструкции, а также все микрочастицы выпаривает, которые находятся в биополе Олега, чужеродные. 1, 2, 3. Сканер начинает контрольную проверку, проходит, выпаривает, высушивает. Сканер работает, но вот эта энергия, которая к нему вернулась, знание, она как энергия встала внутри светлой. Отлично. Она тоже заживляет и сушит. Готов. Отлично. Хорошо. Никаких маячков, ничего больше не было, да? Чисто. Подхожу к коллегу, кладу руки на плечи, помогаю моей энергии сделать импульс высокого вибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам, а также их подключкам. На счет 3. 1, 2, 3. Мощнейший удар сжигает, отсекает каналы. Открывается портал в галактическое ядро, эти каналы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Буду отпускать. Кто из вас присутствует еще в квартире Олега? Сейчас, подожди секунду. Он на себя смотрит, и у него вот эта энергия, знание, которая вернулась, она у него перекатывается по всему телу. Вот сейчас в руки пришла, он смотрит на свои руки, они светятся. Отлично. Сейчас интерференты. Дракон. Хорошо, дракон, ты находишься там, в этом доме. Я тебе хочу сказать следующее. У нас пока нет заказа на этот дом, там, где живет Олег. Но если я сейчас, вернее, если я получу этот заказ, я буду через 10 минут в его квартире или доме. Через 11 минут я найду тебя. Через 12 минут я тебя скину в галактическое ядро, если я повторно с тобой встречусь. Я тебя сегодня... Все, он не хочет слушать дальше, он все понял. Хорошо, я тебя сейчас отпускаю на твою чистоту. Я тебе рекомендую прийти в эту квартиру, снять все свои приспособления. Если я что-то найду, я тебя притяну, ты сам понимаешь. По энергии я тебя притягивать не буду, если твоих конструкций не будет по остаточным. Но если я найду конструкции, и ты будешь как-то связан ниточкой с этим, и приходить время от времени питаться, я это узнаю, и тогда я тебя накажу. Я не хочу этого делать, поэтому тебя предупреждаю. Тебе все понятно? Собери все и уйди в этот портал, пока он открыт. Ему все понятно. Хорошо, готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Переходим к бесу. Бес, готов уходить? Готов, да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй с того огненную пентаграмму. Готово. Арахноид, даже если ты молодой, я тебе рекомендую больше никогда не подходить ни к этому биополю, ни в квартире к нему. Тебе это понятно? Это может следующая встреча закончиться для тебя очень печально. Если ты этого ему не хочешь. Понятно, он по клетке бегает туда-сюда, круги наматывает. Готов уходить? Он готов, он вот по всей клетке, по потолку, по стенам, вот так круги делает. Открывается. Просто разгоняется. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. И арахноид вылетает в свой портал, закрывая печать и растворяя. Хотел летать, пусть летает. Но расставил лапки и полетел. Ты посмотри. I believe I can fly. Хорошо, поехали дальше. Джин. Закрываю. Закрывай, печатай, растворяй, конечно. Джин. Готово. Хорошо, Джин, куда тебя отправить? Пусть тебя в Арабские Эмираты отправлю. Или отправить тебя на твою частоту, куда ты хочешь. Ну, ты сам сказал, там везде сидят уже свои джинны. Лас-Вегас. В Лас-Вегас хочешь? Отлично, хорошо, почему бы нет? Лети в Лас-Вегас. Готов уходить? Готов. Открывается портал на частоте джина 1, 2, 3 внизу, и джин уходит через этот портал в Лас-Вегас. Закрывай, печатай, растворяй. Он говорит, хоть послушай звон монет. Да, там они еще есть. Но золота там нет, ты сам знаешь. Звон. Звон. Хорошо, да. Это музыка в твоих ушах. Пусть идет. Звон автоматов. Вот это слот автоматы, да? Когда деньги льются. Да, я знаю этот звук. Интересный. Ненадолго он туда пошел, закрыл. Готово. Свободный джин в свободной стране. Хорошо, поехали дальше. У нас остался один ящер. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя, Ли. Будь любезна, посмотри, пожалуйста, у меня здесь такая ситуация, я еще не видел, чтобы ящер забирал или тормозил знания. В моих ушах это звучит как вмешательство в свободу воли человека, мешало ему просто развиваться. И вот эти знания мы сейчас вернули, которые он воровал. Нет ли там какого-то следа, не тянется за ним? Ничего удивительного, ворует все, что плохо лежит. Понятно. Значит, можно отпускать на его чистоту, да? Да, я просканирую. Пожалуйста. Нет, заберем. Он знал, кому подключился. Понятно. Ли, а можно еще вопрос задать? А как ты сканируешь? У тебя специальный какой-то прибор есть? Есть. Понятно. Хорошо. Экран есть. То есть ты можешь по частоте его считать всю информацию, которая за ним числится, да? Как генетический код. И, соответственно, все его поступки. Вот это классная вещь. Хорошо, что у тебя есть такой прибор. Здесь намного больше в этой ситуации. А что там еще, объясни? Свет знаний несут определенные души. Верно. И нам нужно проверять его прошлые подселения. Свет знаний дорог. О, да. Мне его забрали. Отлично. Все, включаем фиолетовые лучи, они вытесняют за пределы этой комнаты все остатки от интерферентов. Посмотри, пожалуйста, клетка пустая или что-то осталось? Конструкция. Под конструкцией открывается портал галактическое ядро 1, 2, 3, и конструкция уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Поехали дальше. Поехали по частотам. Хорошо, мы закончили чистку. Олег, как вы себя чувствуете после чистки? Он в смятении, он плачет, и очень яркий свет внутри. Ему надо еще познакомиться со своими родными энергиями. Давай будем возвращать сейчас Олега назад в его биоробот. Если он захочет о себе больше узнать, у него всегда есть возможность пригласить куратора, и мы это для него можем сделать. И он узнает о себе больше, откуда он и так далее. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Олега в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Он говорит, что ему надо самим собой разобраться. Безусловно, в первую очередь. И познакомиться со своими родными энергиями. Теперь они у него уже есть. Наверное, тоже слово идет светоч. Светоч. Ну, свет знания есть такие, да. Синхронизировался? Готово. Отлично. Отключаемся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Да, я на месте.